Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. Подпишитесь, нажмите на колокольчик, если вы все еще этого не сделали почему-то. И вторая партия в Красную Смерть с новой фракцией. Вчера я вам показывал за инопланетян, сегодня за зомби. Приятного вам просмотра и да пребудут с вами мозги. Так, ну что, зомби выходят на тропу войны. Где бы... Где мозги? Где мозги? Так, давайте сюда, наверное. Этого сюда. Этого сюда. Ну, блин, как-то очень-очень неудачный старт. В плане, что очень много холмов. И я очень медленно сейчас буду ходить. К сожалению. Я вам сейчас скажу, я уже за зомби один раз играл. И я немножко понадеялся на их способность. Сейчас вы увидите, когда начнется ход. Ну, если кто-то рядом есть, то, короче, у них способность в 8 клетках чувствовать соперников. Где тут лучше написано? Орды зомби могут чуть невидимые вражеские юниты на расстоянии до 8 клеток. И тут такие стрелочки будут показаны. И я вот ходил, просто я решил, что ну я... Танты, расскажите, насколько у вас мертвый боевой робот? В районе 8 клеток почувствую, что кто-то рядом есть. И, короче, меня захватили поселенцы, я как-то это провтыкал в итоге. Если... Ну вот, кстати, не показывает, что кто-то вообще рядом есть. Так что могу пока спокойно ходить. Вот вы увидите, вот такие зелененькие стрелочки будут, если кто-то рядом с зомби. Но, видите, мне как-то надо из холмов этих выйти, чтобы что-то найти. Там обнаружен груз с припасами, а его не видно. А, вот он. Ну, это... Я уверен, что это антигерои положили. Так что я вот сюда вот так сделаю. Слишком рано для обычных припасов. Блин, да где хоть что-нибудь? Да ё-моё. Что-то вообще ничего нету. Пока. Ну, я, наверное, сейчас спущусь на воду и тут поплаваю. Потому что на воде быстрее юниты передвигаются. Да. Проблемка. Я мирный, если что. И вот тут, я уверен, где-то тут еще ниже. Короче, где-то антигерой там ниже, мне эти даже по карту не показывают, там слишком далеко. Ну хорошо, давай посмотрим. Я не хотеть воевать, я хотеть мир. И, хотя бы, ты вчера это вроде говорил, нет? Я вчера это говорил. Просто по воде быстрее передвигаются юниты. О, наконец-то хоть что-то. Ну, я, наверное, туда поплыву. Все-таки. Или вниз сплавать. Не знаю, мне просто тут уже зомби ходят. Сейчас посмотрим, что мне дадут. Ну, короче, в руинах для зомби дают только еще одни орды зомби. Никаких там... Или опыт, вот. Никаких... А есть ли смысл FFA ждать? Да, есть смысл. Мы сыграем и отправим. О! Здорово, антигерой. Привет. Так, слушайте, у меня такое ощущение... А, во, появилось. Наконец-то стало показывать эти. Вот, видите, вот оно показано. Меня так палевно антигерой раскидывает эти подарки. Так, я, пожалуй, отсюда... Я даже не знаю. Уеду. Так я разведаю ими просто. Рисковать, да? Не, просто они по одному появляются, и причем так рядом со мной, я считаю, их схожу как по минному полю. Да, короче, Кагыр, ты старайся либо в конце хода, либо в начале сразу кидай, чтобы казалось, что это типа... А там не в этом, Лёш, там все равно, когда ты кидаешь, он только на следующий ход появляется. Но просто нужно это кидать два сразу, а не по отдельности. Так, вот это тоже антигероевский.
Я вообще рядом с собой раскидываю. Очень странно, что ты видишь их рядом с собой. Ну вот, показывают. Тут, ну и, блин, я не добегу очень до этого странно. Поселенца, если бы хоть кто-нибудь там был. О! Так, значит, это, мы этого мы поселенцам, наверное, о, заберем. Привет, Кави. О, уже что-то интересное началось. Я мирный человек. Но мне на самом деле надо... Тут еще же за зомби способность, что ты убиваешь юнит, и он становится ордой. Сколько там выживальщики уже закидали? Ну, выживальщики как раз, по-моему, только на открытой местности могут ловушки ставить. Нет, ты когда вчера ушел, там выживальщика вынесли, а ловушки его остались. Ну, ловушки, да, ловушки остаются. Нет, ты же помнишь, как это, как реагировал народ на ловушки? Да я вообще, я на одну штуку наступлю, взрываюсь, на вторую штуку наступлю, взрываюсь. Думаю, да когда же это кончится? Так, да выходим. Вы там под конец двигаться боялись. Да все, я просто встал такой, да ну нафиг. Хотел сначала быстро закончить партию, потом понял, что не, я пока буду идти, я всех юнитов потеряю. Так у него, я помню, говорил, что у него там 75 этих ловушек. Я так понимаю, что он все просто раскидал вокруг. Так в этом плане выживальщик, конечно, крут, то что он просто сидит и этими ловушками обкладывается прям по максимуму. Там нет ничего. Ты идешь вниз, но там нифига нет. Мозги. Спущусь. Подходим. Кави, это я тебе. Ну, пока слабовато у меня тут. Слабовато. Нахожу припасы и думаю, когда же я найду... Просто эти зелененькие фигово видны, поэтому я, возможно, пропускаю иногда их. Ну смотри, если ты тот самый... Надо мне собрать эту штуку, мне кажется. Надо было сюда подойти и тогда опнуть припас, который зомби, на карте появился тупанул. Одиноким. Это, скорее всего, ловушка. Ну, знаешь, пока не... Уже, наверное, штук 5 собрал всяких руин, припасов. Пока ничего такого не было. Не, ловушки это вот именно припасы падающие. Ой! Как вы тут кукушненько. Я же вроде сказал, я не воюю. А нам какая разница, воюешь ты или нет? Здесь все друг с другом воюют по умолчанию всегда. А то, конечно, ты не воюешь, ты набираешь армию, а потом начнешь воевать. Кому это надо? Ну что, фастклик? В этом и смысл. Ну так никто не будет с тобой не воевать. В этом нет смысла не воевать. Тем более тут есть фракции, например, те же зомби, которым просто надо воевать. Не, ну я просто встречаю фракцию, которая не зомби, и я не понимаю, почему они так агрессивно на меня кидаются. Я... Эх. Я подпис... Так, давайте тут перемещение возьму. Так, я в зоне, отлично. Так, и тут ничего. Вон сверху кто-то. Ну там, скорее всего, варвары, я думаю. Это похоже на варваров. Так. Как, Гэр, ты реально так палевно раскидываешь? Как Лёша выкупал сразу мои ловушки, так я теперь выкупаю и антигероев. Я, кстати, да, я, например, пользуюсь метками, просто ставлю себе метку на эту ловушку, чтобы не трогать. Сорян, спасибо за игру. Люк, нет! Это кого съели? А выживальщик? Не выжил выживальщик. А это... Зомби так далеко бегают? Это... Это одна из прокачек. Побежал. Одна из прокачек. Не, ладно, надо забрать сначала. То я тут долго ходить буду.
Так, ну что? А, нет, а слушайте, сколько очков передвижения у зомби, Лёша? Ну так, 2. А без? Что? Нет, 2. Это я взял прокачку, и мне стало 3. И этот называется далеко? Ну, я думаю, выживальщик не ожидал, что я сейчас на 3 клетки подойду и заберу поселенца. Понятно. Так, это тоже... Я просто смотрю по ходам. Еще, кстати, с антигероями можно на хода сварить, так как он только каждые... Сколько? 5 ходов кидает? Да. Ну, да, вроде. То можно приблизительно понимать, что вот на этот ход он, скорее всего, кинет. Блин, я даже не знаю. Кормить это? Робот не кормить. Кормить, конечно. Приноси, ну, сколько у тебя юнитов, конечно. Да, вот просто юнитов-то... Я просто уверен, что там уже у кого-нибудь и по десятку есть. Я просто не совсем понимаю, как вот реально вот... Ну, типа... Блин. Вот ты приносишь жертву огромному боевому роботу, человека. Как это работает? Ну, там какой-нибудь мыслящий... Искусственный интеллект. Антигерой, тебе не за кем бегать, что ли? Тебя сейчас зомби мозги выедят. Антигеройские. Тебе вон границы надо. Главное, чтобы было, что есть. Я считай, в ту сторону иду. Если есть, что есть, это хорошо. Короче, я тебя кусну за бочок. Больно. Считай меня серым волчком. Блин, надо, наверное, на воду спуститься быстрее, перемещусь. Блин, и тут ты. Нет. Попались? Зомби. Те, которые кусались, да? Ну да. Ой, слушайте, меня тут убьют зомби, блин. Что-то вот медленно своей этой армии подхожу. Надо было сразу на воду тут спускаться и подъезжать просто. Тут, конечно, апгрейд... А, слушайте, ап будет. Ну зачем ты так делаешь? Ну давай тогда разойдемся. Так я же не против. Че сижу вообще, зараза? Да, там у зомби не падает сила при уроне. Ну, в смысле, когда они ХП потеряли. Как бы это подло. Что подло? Вот это. А мне ачивку, кстати, дали, причем... Да-да-да, ты качаешь. Ачивка почему-то заблокирована, замочком. Ну, ты 5 штук сделаешь, тогда тебе ее разблокируют. А-а-а. Это накапливается, да. Да, в этом как бы и смысл. Блин. Поймали.
Ну что, я тут, наверное, никак не могу уже спасти этого. Открою территорию. Да. Кагыр. Я-то чё? Ты же сам рассказывал, что метки ставишь там и так далее. Блин, что-то я уже двух юнитов потерял на ровном месте. Ну, одного тут, это и сейчас еще тут потеряю. Это Леша рассказывал. Так, это уже собрал кто-то. Кто-то 25 урона получил. А да, вот тут надо было... На каком-то определенном расстоянии можно их раскидывать или что? Нет, просто... Там кто-то ну, ходит. Мне иногда я тыкаю, и просто ничего не происходит. Ну, то есть, звук есть? Там, возможно, просто территория, на которой ты ничего положить не можешь. Ну, типа, вода, например. Или... Может, и так, конечно, но, честно говоря, не понятно. Блин, нафига мне мирные жители? Вот это подстава. Давайте посмотрим, что тут сейчас вот так поплыву, наверное. О. Отлично. Это мы соберем. Горы, например, если ты на горы не можешь тоже положить. Я думаю, вот это мы не будем трогать. Ну, горы, вода, озера. С зоной ну, мне повезло, в плане, что я могу долго ее... Через раз. Я сам не понимаю, как это работает. Ого. Что ого? Робота увидел? Я орду зомби увидел. Ой, я тебя вижу. Сейчас будет кусь за бочок. Вертолетик. Нас орда, а нас срать. Ретро-шутки. Ну, маловато все равно, маловато. Просто зомби, они же, понимаете, только либо прокачать, то есть 70 и все, у меня никаких других юнитов не может быть. Только зомби, только орды зомби. Кусь? Куда мозги уехали? Улетели они уехали. Я думаю, что они не фанаты устраивают шведский стол. Так, я думаю, я тут тремя уже сделаю, то, что этого тоже спущу. Это может дорого стоить. Sanctuary diminishes. Ну, все еще норм. Зона. Так, объединю, пожалуй, с этими.
Не знаю, правильно ли я прокачиваю. Но плюс 5 их. Вот тут еще у нас мозги. Тут я проплыву быстрее. Мозги! Антигеройские мозги! Мне кажется, Лёша... Я вижу жертву, да. Ассимилировался. Адаптировался к... новому интерфейсу. Хочу в постапокалипсисе быть зомби. Блин, я бы после апокалипсиса был бы каким-нибудь людоедом, а чё, прикольно. Ты как бы воюешь со всеми, у тебя есть всегда еда. Если воевать не с кем, еда и едой становится твой союзник, товарищ. Так, брат, пожалуй, оружие. Отступлю. Хотя? Человек, человеку, друг, брат, еда, да? Как говорит, а ты мне еще тут посылочку положил, да? Ну, да. Как бы ни в чем себе не отказывай, да, типа? Это типа, мне кажется... Думаю, очевидно, что это я просто поставил так, чтобы ты не мог открывать. Ну да, да. Давайте вот сюда встану. Ну это он вот этого показывает явно. Так, ну что? Собрали. Объединились. И бежим на безопасную территорию. Да, вот то, что они каждый ход минус 2 здоровья, конечно, получают, это не очень приятно. О, тут у нас что-то есть, и тут у нас что-то есть. Так, надо высаживаться. Кави, там все уже залутано. А фанат вообще... А, фаната у нас нету. Поэтому нету ядерок. Жаль. Ну тогда не взяли. Надо на воду спуститься, чтобы быстрее. Огромный боевой робот. Пока живой. А что тут сумасшедший ученый? Ты прям всем метки ставишь, да? Ну да. Добрый. А кого убили? Исключительно добрый. Блин. Альтруист. Вот это я не очень. Ух ты ж, ёлки-то моталки. Ты вот сюда зря пришел. Это я заметил. Кусь! И нету. Че ты их наплодить-то столько успел? Мне за каждый убитый юнит дают армию зомби. Ой, не армию, уже, не вру, просто орду зомби. Мне из каждого города дают. Короче, у меня юниты — это только орда зомби, если ты понимаешь. Ну я понимаю. То есть ты опыт не получаешь? Я получаю. Получаю. Я могу получить либо опыт, либо орду зомби, либо поселенца. Понятно. Зомби в зомби, зомби в зомби.
Вышел зомби через зомби, 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 зомби. Да, ну, у тебя это лучше получается. Все в очках. Наблюдает сейчас за нами выживальщик. Такой думает, что делают эти люди? А он наблюдает? Ну, вроде да. Кто у нас был выживальщик? Не знаю. Кого Люк. Ты съел, Леша? А, Люк у нас был выживальщик. Тогда не наблюдает. А, ну да. Вот зачем ты так? Я тебя догоню и съем. Что, думаешь, не съем? Вертолет же невкусный, он железный. Так железа в организме не хватает. Консервы. Железа не хватает в организме Алексея. Это забавно. Блин, что-то их уже слишком дофига. Так, у меня начинаются проблемы, я просто не успеваю всеми своими зомби походить. Давай. Зомби медленные, ничего страшного, если кто-то из них не походит. Мозгов-то нет, считай, забыли. Мозгов нет, считай, забыли. Да, я тоже могу пошутить. Хватит тут свои посылки вокруг меня разбрасывать. Мы не совсем безмозглые зомби. Кагырка, ты чё? Так в смысле безмозглый, не безмозглый? Я просто закрываю тебе проход этими посылками. Какой ты проход? Зомби не какают, нормально. Всё, можешь не закрывать. Кагырке нужно было играть за выживальщиков. Вот ими как раз проход офигенно закрывать. Да, там... Но я понимаю... Так, давайте, наверное, сплаваем. Я ж не выживальщик. Поселенцам. Надо что-то делать, чтобы выжить. Да, тут, конечно, у меня... Ну... Это у меня сейчас предчувствие. Сюда мне надо дальше. Насчет зоны. И закрывать, кстати, мне нормально будет стоить. Хотя, может, тут антигерой тут будет тусоваться. Фиг знает. Да-да-да. Если взять вот эти посылки, которые разбрасывают антигерой, ну то есть фейковые, это фейковая посылка, то 25 урона получу. Зачем мне это надо? The Red Death expands. Тупизна, вот какого хрена он через реку атаковал? Не знаю. Не понял, ты сейчас что, убился об моего зомби? Да. Молодец, спасибо. Еще одна армия зомби, плюсик. Ну, вот... Не, ну, я иногда херею с логики игры, то есть вот вместо это того, это не логика чтобы игры, атаковать... это у них тупой пасфайдинг в шестой циве, вообще трындец. Ну, у него вот и так две клетки до того юнита, и так можно было обойти, ну, по через сушу атаковать. Нет, причем мне показывало, что будет атаковать через сушу. Кликаю в начале хода, он летит два раза, пересекая реку, так и так.
идиотизм какой-то. Логика. Может объединить уже. На самом деле я вот тоже так недоволен. Я разделяю ваше негодование. Не, ну из-за этого как бы я потерял юнита и Лёша лишнего зомбака еще дал. Господа инопланетяне, скитальцы, сектанты, я так подозреваю, слушайте, нас может, скоро вот захватят это зомби и вместо того, чтобы улетать собрать с этой планеты, просто сожрут ее. Он еще через мою же ловушку решил пролететь. Да ё-моё. Вот. Ходи по одной клетке. Если я буду ходить по одной клетке, ты меня сожрёшь в начале хода. Не, ну в смысле, раз клетка, два клетка. Ой, инопланетяне. Так, а почему... А, ну да, я в соседней клетке, я хотел сказать, что я вижу его тарелку. Там прям тарелка? Да. У них вместо вертолетов тарелки. А вместо танков? Тоже, наверное. Не, подожди, по-моему, танки были. Не, танки были. Танки это, были. Это интересная такая штука. Не, ну я еще понимаю, в руинах разрушенных городов найти там целый танк или целый вертолет на летающей тарелке там откуда. Тут инопланетяне, нет, там идея в том, что это типа внедренные инопланетяне, то есть у них тут уже все было сделано, ну то есть они на этой земле давно были, и они где-то там у них запрятаны эти тарелки. А, так может идея они в этом. Вот это вот все и устроили? Вполне. Конечно, как же люди могут такое устроить? Конечно, только инопланетяне. Ну да. Ну это вот знаешь. Но инопланетяне появились задолго после обновы, так что я бы не сказал, что это. Тут как бы не все так однозначно. Кто там взорвался еще на чем-то? А я поставил метку, не надо было туда ходить. Так, давайте это вапнем. А на чем? Проблема в том, что у меня все армии получают урон постепенно. Не-не-не, все мои эти орды. Два урона. Там метка где-то стоит. И они не лечатся. Вот видишь? Лечатся только при убийстве, либо при нахождении чего-то. Поэтому у меня, например, вот полностью убитые тут зомби. Не, ну блин, стал. Конечно, с этими посылками. У тебя этот самый, иногда от них жизнь зависит. Ты такой идешь, хоп, а там ловушка. Ты подло. Не одобряю. Там нормально. Ну, кстати говоря, как Гыр, это единственный чувак, который видит реальная посылка или нет. То есть у него в этом плане преимущество небольшое. О, там кто-то есть. А, ну варвары там. Блин, надо было, конечно, зачистить этот лагерь варваров. Надеюсь, он тут высадится где-нибудь. Нет, обратно поехал. Жаль. Ой-ой. Тебе показывают вот эти зеленые стрелочки, где господин какие-то Халецкий, юниты. Господин Халецкий, пощадите вертолетик. Мне туда вверх. Вверх? Да, я тебе очень не рекомендую вверх. Я оттуда бешено улепетывал сверху. Здравствуй, господин скиталец. Кстати, забавно, что благодаря этим ловушкам я сейчас, ну, большую часть, наверное, Лешиной орды вижу. Ой, очень не думаю, что ты большую часть. Я сам большую часть своей орды не вижу. Ну я перед этим юнитов 7-8 видел. Вот сейчас ты походил, они скрылись. Орда идет с севера. Успел ходоки? Дойти все-таки. И это не ловушка. О, термоядерка. Приятно иметь это у зомби. Подождите. Это знакомое, легкий флёр. Да, это «Властелин колец», по-моему. «Игра престолов». Не, «Властелин колец».
Хорошо, Властелин колец. Это Звездные войны, вы что? А, да, Звездные войны, точно. Звездные войны, возвращение Хоббита. Тут у меня еще радары встроены в зомби. Мне ж стрелочками показывает, где ближайшие мозги находятся. Че, серьезно? Ну, в радиусе 8 клеток. Жесть. А, кстати, так вот почему тебя не показывало. Я-то в радиусе каком-то диком вообще был. Я тебя вертолетом забрал в тот раз. Ну и что? Ну, ты подлетел. Подожди, ты подлетел в соседнюю клетку, правильно? Я подлетел уже сразу на этого самого, на чувака. Ой, тут апать можно. Ну, я прилетел просто вертолетом и забрал. Надо бы, наверное, и на движение тоже прокачивать, я вот думаю. А, кстати, вот сейчас вот это вылечится. Угу. Оба-на. Это было очевидно. Лавага не верит ему. Ну что, там умер? А, нет, слушай, а, выжил. Когда забираешь... Он еще и лечится. О, норм, так что мы попробуем этих зачистить. Я, кстати, по-моему, когда сам на свою же ловушку встал, я тоже ачивку прокачал. Ну, оно качается от того, давайте что вот ты так достал. Попробуем. Он не разделяет свой чужой, поэтому... Вертолетик? Это... Сейчас кусь за бачок будет. Что это за фосфайт был? Не знаю. Там одну клеточку, я думал, вертолетик летает, а он взял и плыл. Тему увы потратил. Это знаменитые плавающие вертолеты. Они очень любят купать свои крылья в воде. О, есть ачивка, кто там подорвался? Кто-то еще подорвался. А чё на этом грузе метки не было? А? Ну, извините, блин, я не все могу... А что ты пометил самого? Действительно, а что ты сам не отметил, да, для всех, почему нет? Как бы никто ж... Сам чего? Я какие-то такие очевидные вещи могу отмечать, но не все же. Ладно, следующим ходом и вылечится эта армия у меня. Так, я так понимаю, что там пират с инопланетянами где-то зажат вместе. Судя по всему. Ну, как зажат? Нас там много было. На нас там много. Я, например, уже давно сбежал. Еще, вот сейчас пират пролетел через твою ловушку просто мимо. Ну да, я заметил. Ну пришлось. Блин, настолько фронтово воевать я не успеваю. Так в этом и идея, как бы, этой вот. Фигни. О! Кусь! Ты вообще сюда зря вверх летал, я тебе еще раз говорил. Там был мой, была моя карта. Ой, как сейчас полакомиться зомби следующим ходом. Там была моя карта. Вот здесь вот это не работает. Типа там была моя территория, вот здесь французская река. Извините, я здесь поселюсь. Здесь работает суровый закон зомби. Вот, прокачечку можно взять. Ладно, объединю пока. Либо ты, либо тебя. Правильно, Алексей? Да. Блин, вот это не очень хорошо. Я его не увидел, а проатаковал. О, он закончил ход, так. Ща. Лёш, а у меня вопрос такого характера. Это самое, зомби могут лечиться от повышений? То есть они лечатся? Да.
Ну тогда в принципе можно просто воевать. Да ё-моё, ну ты фастфликер. Так хост же. Ах ты гад, ты убил моего зомби, всё. Перекликать Лёшу, когда он хост? Нет, сынок, это фантастика. Эх. Ну вообще... То есть ты решил вертолётом всё равно вверх лететь, да? То есть я говорю, там сплошной, он всё равно вверх летит. Просто фиг его знает, юнитов у него дофига, может он отвлечется на другой фронт там. Где не, ну блин, руинку забрать, это ж поважнее. Ну может там нужно двух юнитов убить, по сути то же самое. Ну в смысле даже лучше, там ты двух получишь, здесь одного. Не, я здесь не просто одного получу, я еще и вылечу того, которым забираю. Плюс, вот ты тут еще рядом, я сейчас попытаюсь убить твоего юнита и еще получить. Понимаешь? Ну... Ну, то есть, вот это более интересное место. Наверное. Hear that? That's the wasteland wind. Так. Пиратик, солнышко, зайка. Я там просто ковыряюсь. Я их тут оставлю. В мире, если что. Тут надо закрывать инопланетян. Угу, вон. Инопланетная подшварина. Знаем мы этих вот. В мире хотим жить. К перемещению тут уже возьму. О. Тут давайте к перемещению. Не, ну, господи, могу. Ты же помнишь, что я никого не атаковал, пока меня не первым не упарывались. Помню, помню. У меня, оказывается, там ходов 15 вертолетик стоял, уже лечился. И он только сейчас, когда с зоны урон получил, я увидел, что у меня там юнит. Прикольно. Ух ты, гад. А зомби через воду не могут атаковать, да? Могут. А-ха-ха. Опять кто-то на ловушке подорвался. Так, кого там где мне бьют? Ух ты, блин. Так, ну у меня начинает немножко разлагаться мои, блин, зомби-то. Блин, это скитальческое, вообще классное. Ну, не скитальческое, это сумасшедшего ученого. Щиты? Ага, щиты. Оно, кстати, на всех действует юнитов или... Не-не-не, ты каждым отдельно юнитом активируешь отдельный персональный щит. Это не ваши там... Две, блин, два подарка на всю карту. Прям кайфовая тема. А зомби чё, голды дохнут, если не есть? Да, у них каждый ход минус два. Блин. Я, конечно, тебя убил, но этот чувак сдохнет. Ну, моя БТ-команда. Запоздалая месть зомби. А вон где ты, пиратик, тут тусишь. Да чё, налёт на зомби, налёт на пирата. Да. Сейчас к тебе орды приплывут. Чё они так быстро плавают? С
аккуратно зомби еще и плавают. О, да. Блин, да почему она карту два раза подряд там у Халецкого возле орды зомби смотрит? О, а это кто у нас? Это у нас скитальцы. Я придумал, как спасти его. Знаешь, у меня есть для тебя подарок, пиратик мой маленький. Чё, зомби могут ядерные ракеты? Да. Ой, я, кажется, себя убил. Зомби не дурак, зомби умный. Это я зря сделал. Да, тебе умный на самом деле. О, мозги ко мне сами выходят. Это было больно. Да, я уже умру. Этот умрет следующий. А, нет, стоп, есть. Есть лечилка. Давайте-ка перемещение и попробуем вот туда добежать. Ну что тут, что-нибудь осталось вообще? Все показывает, что все мозги там, видите, все стрелочки туда. Да. Если... Ой, блин, тут же варвары. Если тебя не вынес, то в центре потом будет весело. Не, ну у меня каждый ход минус 2. Грубо говоря, если я не нахожу еду какую-то, у меня же зомби, считай, разлагаются постепенно. Ну, ты еще корпуса армии можешь делать. Могу, но они же тоже разлагаются. У них нет, то есть вообще... отхилиться. Пират, там они хилятся, когда убивают. Только тогда. Ну, еще в руинках. В руинках и в лагерях варваров, ну ты понимаешь, этого уже нету практически. Я вижу. Все лагеря, считай, за границей. О, еще мозги. Пират, солнышко. Ты это турист? Это турист. Экотурист. Хорошо, я понял. Эх. Просто сам понимаешь, времена нынче тяжелые, опасно. Да, блин. Орды зомби швыряются ядерками. Да, вообще. Ты... Хорошо, фаната нету в игре. Так бы тут постоянно прилетали ядерки откуда-то. Странно, что никто не взял. Ну, ты знаешь, я сначала подумал, что имба, но там всего лишь каждые 6 ходов. Это не так уж и имба. Нет, а погоди, то есть у тебя раз в 6 ходов появляется одна ядерка, угу. И новой уже не появляется, да? Не-не-не, раз в 6 ходов только. Ну, тогда ты да. Ты не накопишь их. Их не накопишь. Они не копятся, они не это самое, они просто раз в 6 ходов. То есть ты кинул через 6 ходов. Так, кажись, я тут зажал инопланетянина. Сейчас инопланетяне. Ой, а вот тут. Если это. Ну, если как бы инопланетянин против, то это будет межпланетное изнасилование. Это как? Ты же понимаешь, Алексей, статья. Нет, подожди, как статья? Межпланетное изнасилование или статья в интернете. Межпланетная статья. Не, ну там разберемся. Фу, таким быть.
Нет, тут точно уже все, инопланетяне нас зажали. Блин, какой страшный турист. Тут просто написано, в какую сторону будет армия создаваться, корпус создаваться, поэтому и не, я понимаю, жму в ту сторону. Классные туристы только на танках передвигаются. Но все равно... это же у тебя тоже турист, да? В смысле? Это не туристы, это так, коренные жители. Скиталец, ты реально решил за ордами зомби сходить? Ну давай, не, ну я... Как я могу тебе запретить, конечно? Суицид, он такой. О, нет, не-не-не-не-не. Там что-то тоже все занято. Страшно, страшно. Соспите, помогите. Окружили, обложили, да? Да. Спасибо за игру. Я уже второго съел. Господа, мы будем объединяться против трупоедов или нет? Я не труп, извините. Я живых ел. Да не так, еле дергались. А сколько очков передвижения у зомби? Ну, в начале 2, но я могу прокачки брать. И 3, и 4, может быть. 4? Ну Чуть там. Какие-то. Ну там, ну блин, ну это уровень, если получил. В смысле, 4. А то, что вы получаете вертолеты, которые летают, не, хрен я, знает я сколько. Я шучу, конечно, но. Я считаю это нечестно. Давайте забаним Лёшу. Давайте. Пока он всех не съел. Собирайте дипломатическую конвенцию. Ой, кажется, я согрю сейчас орду зомби сюда. Надо искать место для дефенса. Сумасшедший ученый, давай вот шагай в ту сторону, как ты шагнул по этой команде. Чего, не понял? Вот ты шагнул по этой команде и шагнул обратно. Шагаю в сторону наверх. Да, я три прокачки могу взять на передвижение, то есть максимум на 5 клеток зомби могут двигаться. А, там есть прокачка на пересеченную местность? Нет, нет, там только у меня прокачки только либо на перемещение, либо на силу. Я практически не услышал лабагу. Вдруг он мне сказал что-то важное. Двигайся на север. На север? Не, спасибо. Что-то мне подсказывает, что там не очень хорошо. Волки кусают. Ух, как вам тесно сейчас будет. Кусь! О-о! Блин, надо отсюда валить. Оставайся. Оставайся. Да не, спасибо. Будешь нашим королем. Оставайся, мальчик. Ой, ой. Нет! Нет! Ауч! Штуки 3, наверное, снесло. Не, убил одного. Но накрыло многих. Ой,
Кажется, этот пиратский мирный житель попал. Бля. Ну, хоть за мирного жителя, кстати, не дают этого. Да. Он, наверное, не съедает, а захватывает. Да. Да. Да, тут, конечно, плохо. Захватывают мирных жителей, какое варварство. То есть есть их лучше? Есть их гораздо гуманнее. Так, а вот это мне уже не нравится. Не знаю, мне кажется, герои либо зомби победят. Хотя вдруг, кто шансы есть? Ядерка тут неудачно мне прилетела в лицо. Победить, если только мне сейчас насыпят каких-нибудь этих. Еще одна ядерка. Ну это чтобы ты просто не этот самый, не слишком наглел. Ну, Алексей, да за что? Ну ты ж убил мне Орду. И Орда пришла отомстила. А, насрать. Ловушка. Ну эти вот умрут, они минус 2. Ну вот это, хотя этого как-то... Хотя как его спасти? Тут, понимаете, тут не пройти. Понимаете, мне надо нападать. Зомби... У них вся вот... Вся стратегия должна быть в нападении на кого-то. Я не могу просто стоять, знаешь, где-то в углу и чилить. Как вы, например. Мне надо нападать. Я таким образом не только Орду увеличиваю свою, но еще и лечусь. И, кстати, я вот думаю, что зомби в конце игры, пожалуй, самые слабые, если они не накопили много юнитов. Потому что, ну, им приходится выпираться постоянно куда-то. Лезть на рожон, так сказать. Плохо быть вами, Алексей. Не, нормально. Так, кто там хочет пирата поймать? Он сейчас поплывет вниз. Он будет снизу слева на карте. Да вон и снизу справа, как бы. Ну, надо добивать пирата. На самом деле, я видел очень много танков ползающих. Интересно, где они? Пират, я очень... Блин, я опасаюсь. Я не хочу, чтобы ты сюда ходил. Не подыгрывайте этому... Кому? О, все. Стоп, а куда он умер? Он умер. Ну, у тебя... Кто этот? Ученый? Сумасшедший? Я не сумасшедший. Я А написано сумасшедший? Сумасшедшие ученые из аморальных ученых. Корень из тангенса равен синусу поделить на котангенс. Точно сумасшедший, видите? А, тут еще есть, кстати, одна прокачка, не получает урон от разложения. Надо было бы мне их, наверное, тоже брать. О, вот это я затупил. Мне вообще надо было их вначале вот это берешь, не получает урон от разложения. О, вон у нас еще мясо пришло. Точнее, мозги. Мама, стрёмно-то как. Это просто туристы, я туда чисто для разведки. Да, пускай пока тут стоит. Не знаю, что-то мне... Вот надо было этот... Не получает урон от разложения, это прикольно, что они не... Не минус 2 к ним не идет. Блин, я хочу свалить из этого мира. А-а-а! Зомби! Фу! Фу, нельзя! Фу, плохие зомби.
Мозги. Вот. А могли вдвоем защищаться? Мне кажется, на зомби это не работает. Ты понимаешь, что это страшно? Это зомби. Так оператор за что? Так, нас пятеро осталось. Я вот тут. Я думаю, что антигерой вот тут где-то тусит. Тут получается ученый. Нормальную посылку, на которой стоит чья-то метка, что она моя ловушка. Ну, хорошо, ты уж можешь ее забрать, к примеру. Интересно, какая. Интересно, какая. Том, что... Я как раз ее не могу забрать. Ну пусть теперь остальные мучаются, какая из посылок это. Она на самом деле, ну вот в тот ход, судя по всему, когда я кинул как ловушку. Так, я смотрю, кто-то сдох на ловушке, да? Нет, нет, я... Ты вот сказал про это, и сейчас сразу две ловушки активировали таких. Нет, ну вот три. Как раз одна из них ловушка не была. А вот та, да, которую Лёша вот только что собрал, та ловушка была. Уже три активировал. Как народ на ловушке подтолкнул, что видишь нормальную посылку под меткой. Поднять щиты. Ладно, объединю. Антигероев вот бонус в плюс 10, он от белой линии или от красной? От красной. Красный. Ой, куда улетел? Только я пытался тебя страшно проатаковать. Страшно. Тем более у меня там как раз бонуса не было. Там было больно. Да блин, куда ты бежишь? Опять-нибудь все ловушки. Я мне надо собирать, я не знаю, но я просто не знаю, как тут еще по-другому, что мне делать. То есть собирание ловушек тоже, по-моему, меня лечит. Ну, я думаю, что это все Кагыр разбросал. Слушай, ученый, убери метки, чтобы они, ну, не мешают реально. Окей. Сделай так, чтобы ты их только видел. Зачем ты их всем можно поставил? Можно паузу небольшую, чтобы убрать метки. Ладно. В следующей игре. Не ставь метки, пожалуйста, для всех. Хорошо. А кто победил? Никто пока еще. Еще в игре. Пока все сражаются с зомбиями. Ловушка. Ловушка. Живые зомби, ученые, скитальцы и антигерои. Леша, а ты вот как бы, ну... Но они мне мешаются. Это... А, ну то есть ты просто разминируешь лицо, да, так сказать. Да, да. Ну, и... я решил, что этим поселенцам вообще можно без проблем ходить разминировать. Тем более... Ну, я вот от своих так именно и избавлялся, поселенцам. Тем более, когда их у тебя до хрена. Вот я бы сейчас... Кстати, а сектанта кто убил, когда? Пират меня убил. Я никого не убивал. Ты меня убил. Я хотел спросить, как там робот? Робот? В принципе, нормально так. Правда, я резнулся немного. Да, робота я убил, правда. Я резнулся, правда, немного неудачно, и пошел. Собираю посылочки. Сама смерть красная начала прям возле меня появилась. Эх. Первая. Так, мне надо отступить, да, пускай тут ученые со скитальцем разбираются. С этими войсками и роботом их расстреливал. Вот этого бы мне как-то поймать. Вот, и поэтому потом... Да блин, и тут скиталец. А где антигерой тогда? Пришлось тут что ли где-то в углу? Ты тусит. Ты меня робота подкармливал сначала. А вон он. Полубохлыми вообще. Которые из красной смерти выбраться.
Там не выбрось был. Он только поэтому да. так долго прожил. Надо сидеть здесь в уголку. Ну, вот плохо, видите, блин, за зомби именно плохо, что ты не можешь в углу отсидеться. Они у тебя постоянно каждый ход дохнут. И не сходить в Красную Смерть, например, вот за этими пиратами. До вас дошли слухи, что в окрестностях обосновалась банда грабителей. Да, банда грабителей. Но что-то, блин, когда Красная Смерть тебя уничтожает силой 40, как-то не очень хочется туда идти вообще. Блин, где вы столько посевов накопали? У меня один. У Лёши их, наверное, штук 6. Я вижу их тут, наверное, штук 10, если не больше. Подожди, а у тебя ж ученые, у тебя ж полный иммунитет от Красной Смерти. Нет. Там щит, если включается, то он дает иммунитет на какое-то количество ходов. Но это не хватит, чтобы дойти до лагеря, убить лагерь и потом вернуться обратно. Ты идешь фуловым не понял. Я уже провернул такой прикол. Я забрал термоядерку очень далеко, но не смог вернуться. Там не хватает. Это я забрал посылку, а не лагерь. Лагерь с лагерем еще дольше возиться. Так что технически это, конечно, прикольная тема, но фактически она не работает. Нет. Это что за хрень? В принципе, если вот какие-нибудь раззоры из века расстрелять... Ну вот сюда мне кто-нибудь термоядерку бросит и покидает. Ты потеряешь 80 хп, но... Ну, в общем, вот тут ученый, тут скиталец, тут антигерой. И вот если сейчас Красная Смерть меня начнет туда выдавливать, это будет невесело. Скиталец, мне очень страшно. Мы выживем. Extra toes make for lighter steps. Привет. Diminishes. Так, ну пока можно жить. Понятно. Мы а этот... Что за смех? Там стоит 3 юнита скитальца. Вот нафиг ты тут давай не собрать эту посылку. Скиталец, что ты делаешь? Ну, угадай, что ты делаешь. Ну ты подлый человек, ну на тебе тогда. Nuclear launch detected. Wow. I am become death. Destroyer of worlds. Неплохо так жахнуло. Ну просто зачем ты это сделал, а? Вот объясни, пожалуйста. И он разочаровался в моей посылке просто вообще. Я и так подорвался на ловушке, а ты еще этот самый юнит добил. Ну я. Я осуждаю. Осуждаешь ядерной ракетой? Да, это мой вариант осуждения. Кстати, очень действенный, советую. Так, проверка. Ну, это тем более, чтобы он не засвечивал мне. Ничего. Так, я думаю, что можно поселенцев уже использовать в качестве... О! Мозги пришли, отлично. То я думал, где поесть? Нет! Нет! Вот здесь, конечно. Приятного аппетита. Так вот я не понял, там ученый насобирал ядерок, я смотрю. Слушай, Кагырда, я предлагаю не драться, там ученые с этими, с ядерками, ты не выживешь один. А что началось-то сразу? Кагыр, не надо его слушать. Зомби с антигероями объединяются. Если ты думаешь, что я сверху с тобой только воюю, то нет, я снизу и с другими воюю. Это но... они тут как бы объединяются против кого-то, я воюю со всеми. О, вот это правильный оказался.
Так, как мне тут спастись теперь? Хрен знает. А, все, нету скитальца. Ну, да. Скитальца, он под второй ядеркой погиб. Да, похоже на то. Ну, скитальец, ты слишком в центре был просто. Тебе надо было, мне кажется... Скитальец, ты просто слишком не тот вертолет убил. Вот так. Ой, да. Ну, бывает. Не, просто он реально в центре находился. Ему надо как-то от края было играть. Так получается, он тут и получил ядерку, вышел прямо на меня. И что ему делать? Леша, сколько я тебе юнитов попотал? Ой, штук 5, наверное. Ладно, ребят, спасибо, я пошел. Спасибо. Че началось сразу? Пошел он. Так, ну этому, видимо, хана. Вообще, я бы поменял местами, этого пускай умрет, а этот пускай тут стоит. Леша, это мирные туристы, да? Нет, это зомби, которые ищут мозги. Ты видел мирных туристов зомби вообще? Ты видел у сумасшедших ученых мозги? Видел. Понятно, мы живем в разных реальностях. Они сумасшедшие, но тем не менее мозги. Так, ну иди тут я не знаю, что делать. А тут еще, наверное, пару ходов будет. Ладно, пока можно постоять, наверное. Хватит мой танк лупать. Ну ладно, прокачай тебе танк, что ты? Недоволен, что ли? Ну, я скорее на нём. Ты его уже прокачал. +5, +5. У него тут этот щиты стоят. Вот в чем проблемка. Может, мне пока не нападать, а постоять просто орду и зомби вот тут. Именно. О. Блин, тут загрязнение, тут один ход загрязнения. Да. Ой, фу, ой, фу. Фу-фу-фу, как на культурно. Ну все, вот у меня сейчас два юнита останется, этот умрет. Этот умрет. А сколько будет загрязнения урон? 40? Ага, нормально. Ну что там, антигерой вообще тотально антигеройствует? Ну, я так подозреваю, да. Ты не туда две ядерки использовал, очевидно. Просто очевидно. Вам еще пару ядерок закинуть, и безопасной зоны не будет. А, не, ну по сути, сейчас за безопасную зону я занимаю. Это прям... ГГ, походу, да. Я могу сказать, что если я следующим ходом умираю. А, все, нас двое осталось, ну все. Да. Кагыр, ГГ. Блин, надо было тебя в зародыше там. Я что-то решил пойти этой... О, еще ядерка полетела, нет! Ну, это под финал, так сказать. Сколько ты их там на самом... Ну, три. Но я их на самом деле почти все в самом конце собирал. Ну, я могу сказать, что за зомби играть... У меня еще есть один поселенец, ты его не найдешь, но он сдохнет следующим ходом. Весело, за зомби играть весело, но слишком как-то, знаете, однообразно. У тебя нету особо такой этой... Ну, широты стратегии, как за другие фракции. Тебе надо вот именно бегать и кушать. Я так понимаю, что одними зомбами ты бегаешь, короче, и жрешь все подряд, а другими ты воюешь против других игроков.
Ну, имеется в виду, жрешь ты подряд. Ну да, но все равно. Понимаешь, теми, которыми ты бегаешь, собираешь, а если ты не найдешь, они каждый ход минус 2 здоровья получают. Ну вот я не сообразил, надо было просто всем зомби вначале сразу прокачку давать на то, чтобы они не умирали. И ну, дальше спасибо уже. За игру. Спасибо за игру, если, да. Так, я хочу графики посмотреть. Количество сражений больше всего у меня, кстати. Вообще просто тупо в два раза больше. Это очевидно, да. В два раза больше. Потеряно юнитов. У меня потеряно юнитов больше всего. Уничтожено юнитов. У меня больше всего уничтожено, ясно. Что там юнитов сколько? У меня технический вопрос, а почему меня не показывают? Антигерой победил. Вообще как бы 4 из 6 показывают. Да, тут очень странно как-то стало показывать. Все, спасибо за игру. Да, спасибо. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!